А, вы уже здесь? Ну, вы из превьюшки, наверное, уже поняли. Досмотрите этот ролик до конца. Здравствуйте, мы на стенде компании BDR Thermia Rus. Максим сейчас расскажет о новинках, вообще о стенде компании Baxi и, соответственно, о новинках. Да. Здравствуй, Максим. Так, ну что у вас нового? Я думаю, что, может быть, мы начнем как раз с кондиционера, который здесь представлен. Давай. Кондиционеры представлены несколько моделей. То есть это сплит-система идет как на охлаждение, так и на отопление. Итак, по мощности у нас они в каком диапазоне? По мощности они в диапазоне от 2,5 кВт до, соответственно, 7 кВт. То есть всего существует 4 модели. Вот, что называется, я не следил за, скажем так, данной веткой оборудования Baxi. Они только начали поставляться в Россию или уже, ну, это какая-то просто новинка, а так кондиционеры присутствуют на нашем рынке? Завод Baxi достаточно давно выпускает данные модели кондиционеров, но в Россию они планируются поставки уже в этом году. Сейчас заканчиваем сертификацию, да, и потом уже начинаем планировать запустить поставку. Как раз мне. Возможно. Так, ну пойдем дальше. Следующие модели, которые можно представить, это новинка этого года, которая, в принципе, у вас уже на канале была представлена в свое время. Котел Baxi Econova. Значит, действительно очень неплохо продаются. То есть модель довольно интересная. Только 24 кВт, только модель двухконтурные идут. Закрытая камера сгорания. Первичный теплообменник медный, вторичный теплообменник идет из нержавеющей стали, из пластины нержавеющей стали. Я бы сказал, этот котел уже очень плотно закрепился на рынке. По крайней мере, в тендерных поставках, я думаю, уже хорошо. Да, аналогичная модель есть Эко-Классик с ручками. Действительно, с прошлого года, с 18-го, точнее, года, середины 18-го года они поставляются и действительно заняли очень такой приличный процент поставок. Ну, в принципе, что Эко-Классик, что Эко-Ново, мы уже обзоры делали, да. Ну, что у нас дальше? Можем подойти тогда к кондиционному напольному. Пойдем. Это, я так понимаю, новинка именно этого года. Да, в этом году планируем, скажем так, выпустить этот котел, точнее говоря, плавно заменить существующий модельный ряд кондиционных котлов до 150 кВт, которые были итальянские, серые и есть сейчас. То есть плавно перейти на вот эти модели. Здесь они отличаются от следующими. То, что здесь используется более современная автоматика на базе Siemens Albatros 2. Фактически это каскадный контроллер, уже идет вместе с котлом. Достаточно только небольшие переходники взять для того, чтобы соединить котлы уже в каскаде. Позволяет управлять различными мощностями котлов, то есть одновременно регулировать мощности. Здесь также заложена возможность чередования. То есть по умолчанию это каждые 500 часов меняется ведущий котел, что в принципе в целом увеличивает срок службы системы. Вот. И также из интересного, здесь можно сделать как открытую, так и закрытую камеру сгорания. То есть забор воздуха осуществлять как непосредственно из помещения, так и использование, например, простые канализационные трубы для забора воздуха уже непосредственно с улицы. То есть диаметр здесь вот стандартный, соответственно. Ну, по сути, здесь, скажем так, подготовленный разделитель уже стоит. Фактически, да. То есть стандартный. Собирается папа-мама из борта. Я так понимаю, замена данной линейки, которая сейчас существует, в каком плане происходит? Что, во-первых, конструктив котла немного изменился, и плюс, насколько я знаю, увеличилась мощность котлов. Вот именно в данной модели. Там, если я не ошибаюсь, до 250 кВт, кажется. Да, все верно, Михаил, абсолютно прав. Да, действительно, если предыдущие модели были ограничены мощностью до 150 кВт, то с данным типом теплообменников, нержавеющей стали, они стали поставляться, в том числе расширится мощность до 250 кВт. Да, действительно, это так. Ну, здесь все понятно. Мне очень интересно, как это, новинка, которая представлена, ну, скажем так, эксклюзивная в этом году у вас на стенде. Пойдем к ней. Пойдем.
ну, как это выразиться? Ну, неужели, правда, он существует? Сразу могу сказать, что это на самом деле не генератор водорода, естественно. Это газово-водородный котел. Фактически он очень близок, очень похож на обычные традиционные конденсационные газовые настенные котлы, которые работают на природном жизненном газе. Но в данном случае он работает именно на водороде. Здесь я понимаю, ну, опять же, я просто, как это, насколько могу понять алгоритм работы, по сути, водород — это тот же газ у нас. И здесь просто идет, ну, возможно, другой газовый клапан и как-то форсунки другие. Как это выразиться? В принципе, это конденсационный котел, настроенный на другой газ. Ну, фактически, так. Да, действительно. Там, возможно, немножко отличаться будет горелка. Отличаются форсунки, которые непосредственно применяются в Вентуре. Но по большому счету принцип горения и принцип конденсации абсолютно таким же сохраняются. Да, абсолютно. Ну, здесь, может, я, конечно, ошибусь, но мне кажется, у водорода все-таки, наверное, что-то калорийнее будет. Но именно КПД, скажем так, выше. Да, да. Немножко, да, отличаются и КПД, конечно, да. Там немножко, ну, да. И сейчас мы его можем купить. На данный момент времени у нас в России пока не поставляется водород по нашим магистралям, нет соответствующей инфраструктуры, поэтому, к сожалению, в России его не купить, но такая разработка, в принципе, планируется внедрение ее в течение ближайших нескольких лет в европейских странах. А вот в этот момент отдел маркетинга Baxi на меня наехал. Говорят, что вы с Максимом сказали, что значит появятся, мы их уже тестируем, мы напечатали столько брошюр, вы что, не смотрели их? Ну хорошо. Так что же это за страна, в которой происходят тесты котлов на водороде? Голландия, 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 Голландия. Ну, будем ждать. Да, будет, возможно, интересно. Да. Конечно, мне бы казалось, как это, мне кажется, что интереснее было бы, если бы все-таки в комплекте, правда, какой-то, как это назвать? Генератор водорода. Генератор стоял бы. Вообще было бы замечательно. Ну, на данный момент, к сожалению, стоимость затраты, точнее, которые требуются на выработку водорода, там из воды или из того же метана, в данном случае они не покрываются и экономически получается невыгодно. То есть стоимость получается, она, конечно, выше. Ну, даже того же электричества затрачено. Я надеюсь, все-таки что-то все равно компания Baxi придумает для этого. Так, ну спасибо за рассказ о стенде. Ну и, в общем, возвращаемся на стенд Baxi. И хотелось о чем сказать. Помимо, так сказать, моего творчества, есть еще творчество как раз Максима, конкурент, можно сказать, мой. Но мы давно дружим и решили сделать, ну, некое совместное мероприятие. Каналы Baxi Tech Support и канал Газсервис. Объявляем розыгрыш котла. Для этого, для участия в розыгрыше, необходимо выполнить следующие условия. Во-первых, это подписка на наш канал. Ставите лайк под этим видео. И обязательно напишите комментарий о том, что с желанием поучаствовать. Что вы именно участвуете в данном розыгрыше, комментарий должен быть именно под этим видео. Ссылки в описании канала. Спасибо. Все, всем счастливо. Ну и в завершение хотелось бы сказать, что не только котел Эконова мы разыграем, но и костюм De Dietrich для монтажников и стабилизатор Baxi Energy. И все это получит один человек. Правила участия в описании. Всем удачи, счастливо!